А Олег Басаргин о свободе. Свобода — это не полет. Свобода — это увидеть полет другого, говорил Королёв, запуская Гагарина в космос, обнаружив себя рядом летящим. Вполне логическое объяснение для того, чтобы идти в сторону свободы. Запускать других людей, ближнего своего. Как-то так. Тут главное, дорогие друзья, не выключать камеру, а дождаться, когда все-таки посетит новая мысль. Перед нами же изобретатель, ученый. Пойдем в сторону метро, пожалуйста. Мы идем. Это был Олег Басаргин о свободе. Свобода – это возможность помогать, запускать других людей. Так? Верно. Спасибо. Тебе пойти обратно. Да.